В Мариуполе продолжается слушание дела, где активисты судятся с городской властью относительно подорожания проезда в маршрутных такси и коммунальном транспорте. Поскольку суд, рассматривающий дело, находится в Славянске, судья ведет заседание дистанционно. Общественники требуют отменить решение мэра и исполкома о подорожании, так как это нанесет вред большому количеству жителей. Кроме того, по их словам, само решение было принято с нарушением закона и процедуры. Не было общественных слушаний. Не був оприлюднений протокол списки учасників, аудіозапис громадських слухань, які розміщуються на офіційному веб-сайті Маріупольської міської ради у спеціальному розділі «Громадська участь» підрозділ «Громадські слухання». А юристы городского совета считают, что человек, отстаивающий право жителей на проезд по старым тарифам, не имеет права этого делать, поскольку имеет инвалидность, а значит сам не платит за проезд. Позивач відноситься до пільгової категорії громадян, не сплачує проїзд маршрутних таксі та комунальному транспорту. Крім того, позивачам не надано доказів того, що він користується зазначеним транспортом. Суд по данному делу идет несколько месяцев. За это время власти города приняли уже другое решение – о поднятии стоимости лишь на 1 гривну, чем сделали данный процесс фактически бессмысленным. Поэтому вскоре активисты могут начать уже новую борьбу в судах по следующему решению исполкома.